из нас в детстве не просил родителей купить велосипед? Для многих железный конь был самой заветной мечтой. Что уж говорить о детях из детских домов. Но, к сожалению, у них нет мам и пап, которые подарили бы им велики. За них это делаете вы, наши телезрители. Каждый день все больше жителей края обращаются к нам в редакцию и дарят велосипеды нашим участникам проекта «Сердце километры». Ладно, Дима, принимай велик. Спасибо, хороший велик моей мечты. С подарком к Диме приехали его кумиры – хоккеисты красноярского клуба «Енисей». Мальчик не может скрыть восторга. Такого навороченного велика у него не было никогда. Тут же проводит первые испытания железного коня. Говорит, с таким велосипедом путешествие даже в сотни километров ему по плечу. Велосипед ездит быстро из-за того, что переключение скоростей. Конечно, на нем есть хорошие тормоза, задние и передние. У него отличный стоит петушок. Ну и, конечно, и звезды, которые на нем сейчас, тоже помогают со скоростью быстрее. Хоккеисты рассказывают, узнав о благотворительном проекте «Сердце километры», просто не могли остаться в стороне. Сами мальчишками мечтали о двухколесном транспорте. Тут же поехали и купили велосипед участнику нашего проекта. В конце концов, это ведь так просто сделать ребенка из детского дома хоть чуточку счастливее. Подарили велосипед, да. Конечно, не всем, одному, да, на примере человеку, но все равно радость, видно, что радуется человек. Уже хорошо, если хотя бы одного порадовали. Здесь, естественно, дети немного, наверное, не так избалованные, да, как некоторые дети там с родителями еще где-то. Поэтому им вдвойне приятно такие подарки получать. Сейчас Дима вовсю готовится к велопробегу, наматывает километры рядом с детским домом. Рассказывает, отправиться в путешествие через весь край решил сразу, без раздумий. Для него это не просто возможность увидеть наш регион. Дима признается, быть может, исполнится его главная мечта. Он найдет маму и папу. Я хочу отправиться в велопробег, потому что хочу преодолеть большое расстояние, показать себя среди ребят и товарищей, то, что я смогу, да, приехать. Это большое расстояние. Еще я отправляюсь в этот велопробег, чтобы найти с надеждой маму и папу. Благодаря нашим телезрителям, хозяевами железных коней стали уже 12 воспитанников детских домов. Еще 2 велосипеда неравнодушные красноярцы нам передали сегодня. Их мы вручим участникам велопробега в ближайшее время. Но 11 ребят все еще ждут велосипеды, чтобы отправиться в путешествие. Нужны им и шлемы, и другая экипировка. Если вы готовы подарить ребенку кусочек счастья, звоните нам в редакцию по телефону 236-0136 и пишите в группах телеканала «Енисей» в социальных сетях. Мы верим, что после нашего проекта дети-сироты обретут свою семью. Ольга Тишенина, Виталий Князев. Новости. При поддержке компании «Красцветмет».